«Славяночка». Наверняка каждому жителю известен этот хореографический ансамбль. Вот уже на протяжении 8 лет на базе Центра развития творчества в городе Славянске на Кубани заслуженные работники культуры Александр и Валентина Дергачевы обучают юных славянцев хореографическому искусству. Примерно так начинаются занятия девочек и мальчиков уже на протяжении многих лет, приходящих в коллектив «Славяночка». Здесь они находят друзей, учатся профессиональному танцу, а многие связывают свою жизнь с искусством. А начиналось все около 30 лет назад, когда супруги Александр и Валентина Дергачевы в детской школе искусств стали преподавать танцевальные занятия. Наша жизнь была очень насыщена творчеством. 20 лет мы проработали в школе искусств. Затем, как и все люди нашего возраста, пошли вроде бы на отдых, на заслуженный. Но это не для нас. Мы решили дальше продолжать свою хореографию. Жизнь с хореографией, как говорится, как это, жизнь с движением. Пока ты двигаешься, ты живешь. Богат и разнообразен репертуар ансамбля. «Славяночка» имеет свой творческий почерк. Он не похож на другие коллективы. Любой из танцев – яркая картинка, история, которую юные артисты хотят рассказать своему зрителю. Каждый танец – это маленькая миниатюра, рассказанная пластикой, жестами, музыкой. Не только жители нашего района знакомы с творчеством «Славяночки». Выступления на лучших площадках страны, а также конкурсные поездки по всей России и за рубежом дают возможность показать свое мастерство и познакомиться с творчеством других коллективов. Не так давно ансамбль «Славяночка» вернулся с 21-го Всероссийского детского фестиваля «Рождественская елка. Казачий круг», где был отмечен дипломом лауреата первой степени и кубком. Мы побывали и в Париже, и в Турции, и в Сочи, и в Москве, и в Питере, и везде, где мы выступали. У нас прекрасные отзывы, хорошие звания, звания лауреатов. Поэтому этим гордиться можно, а можно стремиться, чтобы еще выше. Ну, и, как говорится, не останавливаться на достигнутом. Но конкурсы, призы, победы – это только одна сторона медали и вовсе не главный результат. Главное, что каждого, кто приходит заниматься в «Славяночку», научат хореографии, независимо от его планов связать свою судьбу с танцем или танцевать для собственного удовольствия. Самое главное – здесь учат верить в себя, в свои силы и возможности. «Славяночка» – не просто танцы, говорят девочки и мальчики из коллектива. Это образ жизни. Ну, мне нравится ходить, во-первых, из-за руководителей, они хорошо умеют преподавать, и из-за них я уже научился разным танцам. Народным, классическим трюкам научился, уже ездил за границу вместе с ними, и, в общем, мне очень сильно нравится заниматься. Мне очень нравится ходить на хореографию, здесь я получаю много знаний и завожу новых друзей. Я здесь научился много новому, и с этими знаниями в последующем хочу поступить в какое-нибудь учреждение хореографическое. У коллектива «Славяночка», безусловно, большое будущее. Александр и Валентина Дергачевы уже воспитали не одно поколение настоящих профессионалов. Они абсолютно уверены, что те, кто посвятил себя такому необычайно красивому искусству, как танцы, всегда найдут себя в жизни. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».